5 мая 1945 года американские танки подошли к воротам концлагеря Маутхаузен. Так был остановлен еще один конвейер смерти в одном из самых больших концлагерей фашистской Германии. Выжившие узники вышли на свободу. Среди них был узник под номером 78437 Игорь Федорович Малицкий по кличке Майор. А я заходил в эту камеру к чехам. Ну, и они меня там угощали, давали мне хлеба, там еще что-то поесть. Там, вот. Ну, и спрашивали меня о моей жизни, кто мои родные, кто твой отец. Ну, думаю, как им сказать, что мой отец был комполка, комдив и так далее. Таких не было званий, как генерал там, и так далее. Вот. И мне нравилось слово «майор». Я говорю, был майором. Ну вот оттуда меня и назвали, начали называть майор, 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 и пошел я по всем лагерям майором. Бывший узник Маутхаузена, Освенцима и Терезина ни разу за 70 лет после войны не приезжал сюда. И вот решился приехать в место, где прошла его молодость, где он пережил самые страшные годы в своей жизни. За это время выросли дети, повзрослели внуки и уже пошли в школу правнуки. Но профессор Малицкий ждал этой поездки. Он знал, что будут слезы и захватывающее дыхание волнения. Ведь он ехал сюда, чтобы еще раз поклониться тем, кто не дожил до свободы, кто остался лежать в чужой земле. Вот это 20-й. Вот это точно, да. Вот это ж... Правильно. Значит, это был рядом блок карантина, тут вот рядом. Одно из самых героических и в то же время трагических страниц в истории Маутхаузена стало восстание и побег узников из 20-го блока, который в лагере называли блоком смерти. Блок смерти в лагере смерти. Более страшное словосочетание трудно придумать.
До сих пор широкой общественности неизвестны имена героев, узников этого блока, советских офицеров, поднявших восстание и пошедших на штурм лагерных стен. Почти все они погибли во время этого штурма. В живых остались единицы. В 1946 году, когда шел Нюрнбергский процесс, в редакцию газеты «Правда» написал письмо Битяков. Есть письмо это, нашли мы в архиве. Есть сопроводило к этому письму, что письмо отправлено в Чрезвычайную государственную комиссию по расследованию злодеяний фашизма, где описано в 20-м блоке все. И с тех пор письмо лежит в архиве. Первым, кто собрал все сведения о восстании, была журналистка Ариадна Сергеевна Юркова. Ей удалось по крохам информации восстановить историю легендарного побега штурма военнопленных офицеров-смертников из 20-го блока. Ариадне Сергеевне удалось не только найти всех 9 выживших, но и провести их первую встречу в городе Новочеркасск. Поиски героев побега заняли несколько лет. Даже картотека лагеря смерти Маутхаузен, насчитывающая десятки тысяч карт узников лагеря, не сохранила имена тех, кто попадал в 20-й изолирблок, окруженный каменной стеной. Узники уходили в 20-й блок безымянными. Даже сейчас, через 70 лет после восстания, продолжается работа над восстановлением имен всех тех, кто прошел блок смерти. Занимается этой работой сын Ариадны Юрковой, журналист и историк Мирослав Хоперский. Его стараниями при помощи австрийского историка Маттиаса Кальтенбруннера уже восстановлены более 500 фамилий офицеров, погибших в 20-м блоке. Маутхаузен – один из самых крупных концлагерей Третьего Рейха. Он был специально создан как место, куда на медленную смерть заключались враги нацистской Германии. Режим был здесь одним из самых жестоких по сравнению даже с другими лагерями смерти. При приближении фронта начали из Освенцима эвакуировать заключенных разными способами. Кто транспортом, кого пешком гнали куда-то. Но зная, что вот старые заключенные всегда говорили, хотя бы попасть в Бухенвальд, хотя бы попасть в Бухенвальд, только не в Гросс-Розен, только не в Матхаузен. Ну и волей судьбы я попал как раз в Матхаузен. В этот концлагерь узников отправляли на безвременную каторгу. И только смерть означала выход на свободу через каменную трубу крематория. Был издан приказ Гиммлера, относящийся к советским военнопленным, которые в концлагерях занимались агитацией, пропагандой, саботажем, чтобы заменить смертную казнь медленным умиранием. Именно поэтому нацисты решили создать специализированный блок для смертников в концлагере Маутхаузен. Это была тюрьма в тюрьме, через которую за неполный год прошло более 5000 советских военнопленных. И практически все они погибли. В живых осталось только 9 человек. 20-й блок располагался в самом конце лагеря смерти Маутхаузен. Блок был деревянный, но нар внутри его не было. Поэтому все узники блока, а это около 800 человек, спали на полу в помещении 10 на 12 метров. Чтобы создать невыносимый режим для советских офицеров, нацисты постоянно придумывали новые способы издевательств над узниками. Вся куча мыла, все так называемое мытье. Но это было не мытье, а мучение, муки, короче говоря. Прежде чем выйти отсюда, нужно было пройти вот эту холодную горячую воду, а там еще с дубинкой стоял, опять загонял. Плохо помылся, а как можно хорошо песком обмыться, я не знаю. Поэтому я говорю, это одно из первых, как говорится, издевательств и мучений, которые вот здесь проводились. Когда трупы узников из 20-го блока попадали в крематорий лагеря, то их вид приводил в ужас даже видавших все работников крематория.
Только по искалеченным, изуродованным, гниющим телам убитых заключенных блока смерти весь остальной лагерь мог догадываться о тех ужасах, которые творятся за забором 20-го блока. Вообще у старосты блока, немецкого уголовника, была определенная квота на убийство советских офицеров. Особенно усердно помогали в убийствах блоковому немцу два его помощника. Но больше всего старался предатель Михаил Иханов, бывший лейтенант кавалерии по кличке Мишка Татарин. Было несколько писем, получала мама, от якобы оставшихся в живых узника Маутхаузена. По-моему, одно письмо из Николаева было. Сразу был ей сделан запрос в КГБ в Николаев с уточнением фамилии. Такого человека там не проживало. Под этой фамилией Иханов пытался узнать, что известно про него. Среди руководителей восстания в 20-м блоке были герои Советского Союза, летчики Анатолий Кобликов и Николай Власов и командир дивизии полковник Александр Исупов. Николая Ивановича Власова нацисты долго пытались склонить на свою сторону. И даже первое время подполковнику Власову разрешили носить в плену свои ордена и звезду героя. Но после попытки бегства нацисты поняли, офицера не сломить, и бросили его умирать в 20-й блок. Такая же судьба и у подполковника Александра Исупова, еще одного героя восстания в 20-м блоке. До плена за голову командира авиационной дивизии полковника Исупова была даже назначена награда. И когда нацисты после доноса предателя узнали, кто попал к ним в плен, то сразу поставили на личном деле полковника пометку «Кугель, пуля». Что и определило судьбу летчика. Его отправили в блок смерти. Это моя вот здесь камера была справа. Вот она. Здесь эта камера. Вот. Я хотел посмотреть. Она прибита. Вот там должна была быть где-то нацарапана. Майор Игорь. Вот она. На этой наре вот здесь я, здесь Толя лежал, здесь я лежал, вот там Федор лежал, вот потом вот там лежали вот эти четыре офицера, которых расстреляли вот здесь, в этом же отсеке. Вся подготовка к восстанию проходила во время так называемых прогулок. Днем узников выгоняли из блока во двор. И чтобы хоть как-то согреться, военнопленные офицеры делали так называемую печку. Несколько узников группировались вокруг одного, который находился в центре, и теплом своих тел согревали товарища. Потом узники менялись местами, и в центре уже грелся другой человек. Вот как раз во время таких печек и проходила подготовка к восстанию. Подпольный комитет разбил узников на 6 штурмовых групп. У каждой группы был свой командир. Одежда и одеяло из каморки блокового должны были пойти на проволоку, чтобы замкнуть напряжение. Куски умывальников, унитазов, холодное оружие. 2 огнетушителя должны работать по пулеметным вышкам, пока до них не доберутся восставшие. Однажды подпольному комитету удалось передать в 20-й блок схему местности вокруг лагеря. За эту информацию небольшой клочок бумаги своей жизнью заплатил капитан Геннадий Мордовцев. Был среди узников блока смерти 17-летний парнишка Ваня Сердюк по прозвищу Лисичка. Его подпольная организация попросила, то есть они хотели узнать, что там делается, потому что это 20-й блок, он был же еще стеной отгорожен. И вот попросили его бросить туда записку, чтобы ответили, кто там. И он с камушек там на камушек и записку и через стену бросил. Ваню случайно за этим занятием застал комендант лагеря Цирайс, и по его приказу Ваню бросили в 20-й блок. Но перед этим его пытали, хотели выяснить, кто приказал ему бросать записки через забор. Комендант лагеря натравил на лисичку свою собаку, и та буквально выгрызла парнишке икры на ноге. Ивану Тимофеевичу Сердюку удалось выжить. Всю жизнь до своей кончины проработал электромехаником на одной из донецких шахт. Когда вносили еду в 20-й блок,
Один выбежал с криком, что «Спасите, я хочу жить, я знаю что-то». Удалось ему вырваться как-то. И буквально на следующий день 25 человек ночью вывели. Так что практически руководители восстания были уничтожены. Узники блока смерти остались без своих лидеров. Но отменять восстание военнопленные не стали, а только на несколько дней перенесли дату его начала. И вот ночью, на 2 февраля, тишину австрийских гор разорвало громогласное русское «Ура!». В один момент из всех дверей и окон 20-го блока смерти выбежали вооруженные камнями и кусками угля узники. Эти грязные, голодные, голые люди, больше похожие на обтянутые кожей скелеты, шли в свой последний бой. Камни и куски разбитых умывальников полетели в пулеметные вышки. Одежды и одеяла были брошены на проволоку, произошло короткое замыкание, и свет погас по всему лагерю. В каждом бараке было 2 огнетушителя, был пожарный щит, 2 огнетушителя, багор и топор. Одним огнетушителем работал украинцев против часового на вышке. После этого побега в Маутхаузене со всех бараков были изъяты огнетушители, багры и топоры. Весь двор вокруг 20-го блока был усеян телами убитых узников. Но все-таки несколько сотен вышли на свободу. Когда группа узников уже была недалеко от леса, их начала настигать вооруженная охрана лагеря. Тогда несколько десятков военнопленных повернулись лицом к эсэсовцам, чтобы ценой своих жизней выиграть хоть несколько минут и дать возможность своим товарищам достичь спасительного леса. Одной из групп бежавших офицеров под командованием полковника Григория Заболотника удалось выйти к берегу Дуная и захватить зенитную батарею. Здесь эта группа вступила в неравный бой с мотопехотной немецкой дивизией, поднятой по тревоге. Все офицеры погибли в этом бою, а смертельно раненого командира вытащил из-под пуль тот самый Ваня Сердюк. На его руках и умер полковник Григорий Заболотняк, родом из сибирского города Канска. Побег побегу рознь. Если, допустим, во Франции наши военнопленные подлезли под колючку, их ждали партизаны, это тоже побег. Здесь не был побег в 20-м блоке. Это штурм. Это была подготовлена полностью военная операция, разработана, подготовлена, подняты люди на штурм стены. Это вообще уникально, единственная в мировой истории операция такая. Чтобы люди, весившие от 30 до 50 килограмм, истощенные, голые, босые, пошли на штурм, этого нету в истории. Сразу после побега из 20-го блока на узников была открыта самая настоящая охота. По местному радио было объявлено: из лагеря сбежали опасные преступники. Практически все население городов и сел вокруг Маутхаузена принимало участие в поисках сбежавших. Все это действо по поимке советских офицеров было названо «охота на зайцев». Как и зверей на охоте, никто не собирался ловить сбежавших военнопленных живыми. Их убивали прямо на месте. Участники охоты на зайцев поставили на площади школьную доску, на которой были нарисованы мелом 419 палочек по количеству сбежавших узников. После каждого убийства очередная палочка под общие крики одобрения зачеркивалась. Кровь буквально текла по улицам небольшого австрийского городка. А побег Битюкова – это не надо никаких фильмов, что он залез на чердак одного дома австрийского. На чердаке стоит гроб. Он гроб открыл, в гробе сахар там и мука. Наелся сахара муку, залез в гроб и там спал 3 суток. В
начале 2000-х годов австрийские антифашисты и активисты местных общественных организаций установили памятник жертвам той трагедии. На каменной плите, как и на школьной доске, изображены перечеркнутые палочки, и каждая палочка символизирует чью-то оборванную жизнь. Памятник установлен всего в нескольких метрах от местного католического храма и школы. При входе в храм на специальных стендах выставлены фотографии уроженцев здешних мест, которые погибли во время Второй мировой войны. Но как-то не укладывается в голове, что всего в десятке шагов от места убийства советских офицеров почитают память тех, кто их убивал. Нацистов. Тех, кто обстреливал голодный Ленинград, кто устроил Бабий Яр и Майданек, Солоспилс и Освенцим. И не важно, что они это делали по приказу. Эти люди недостойны памяти поколений. Тем более в том месте, где при их пособничестве было совершено ужасное преступление против человечности. Больше не могу. В каком-то местечке стоит часовенка. Значит, практически вся семья покончила самоубийством. Через несколько лет после вот охоты на зайцев они участвовали в этой охоте. Видно, Бог покарал их. Обидно, что памятник нашим ребятам поставила не наша страна, не наше правительство, а сами австрийцы. Но, слава Богу, с каждым годом количество наших соотечественников, приходящих к этому памятнику, чтобы поклониться героям 20-го блока, становится все больше и больше. Значит, наша память возвращается к нам. И подвиг узников блока смерти не будет забыт в нашей стране. А имена героев вернутся в нашу историю. По воспоминаниям, старый польский профессор не смог пойти на штурм, но он сказал, что вашими именами назовут улицы, и вас люди не забудут. Были в 20-м блоке участники Варшавского восстания. К сожалению, из 9 выживших после восстания в 20-м блоке смерти сейчас уже в живых никого нет. Одним из последних из жизни ушел старший лейтенант Рыбчинский. При жизни Михаил Львович так и не увидел улиц, названных именами героев 20-го блока. И не факт, что его дети и даже внуки смогут это увидеть. У нас так много героев, что цементных, кирпичных, фабричных и заводских улиц на всех героев не хватит. Вот здесь надпись на английском языке и на немецком языке. А многие сюда приходят, русские и вообще бывшие Советского Союза, которые знают русский язык. И здесь провели героический подвиг. Именно русские, только русские, больше никого здесь. Но я имею в виду русские, советские русские. Вот. Почему нету на русском языке? С каждым годом бывших узников концлагерей становится все меньше и меньше. В 2014 году на торжественное мероприятие в бывшем концлагере Маутхаузен собралось не более 10 человек со всего мира. И тем обиднее, что чудом выжившим в концлагерях и дожившим до наших дней людям приходится видеть, как страшные метастазы фашизма и нацизма снова появляются на теле нашего общества. Как снова прославляют нацистских преступников и их пособников. Снова кричат славу одной нации, призывая к уничтожению другой. Прививка от нацизма, полученная миром после Второй мировой войны, перестает действовать. Война с коричневой чумой продолжается. И от того, сможет ли человечество остановить этот недуг, зависит его будущее. А
нас было все, и грузины, и армяне, и татары, и казахи, и узбеки. Здесь вместе с нами. Правда, они все носили вот такой же самый знак, как я, Р букву, русский. Сегодня, 2 февраля, исполняется 70 лет со дня восстания 20-го блока. Здесь, в австрийском городе Рид-ин-де-Ринмарт, где сваливали тела убитых наших офицеров, мы хотим вспомнить ребят, которые отдали свою жизнь за Родину. Мужики, спите спокойно.